Всем привет, я Леонид Камфер, живу в Украине и снимаю документальное кино. Этот фильм найдет меня сам, его главный герой, человек, который потеряет все. Он потеряет работу, затем поймет, что профессия журналиста исчезает, потеряет любимого человека, вместе с ней семью, и, наконец, у него обнаружит обширную раковую опухоль головного мозга. Вот факты. Ни денег, ни работы, ни профессии, ни семьи, ни любимого человека – и раковая опухоль в голове. Сюжетец так себе. Этот главный герой фильма – я. И это моя жизнь. Всего за год я докажу, что можно построить свою жизнь заново, и это будет самый мотивирующий эксперимент для всех, кто хочет изменить себя и свою жизнь. Для этого вам не нужно проходить те же испытания, что и я. Достаточно послушать мою историю и то, чему она меня научила. А еще прийти на тренинг, как смертельная болезнь вернула меня к жизни, или как перестать ныть и минусы обратить в плюсы. Именно там, на тренинге, мы дадим старт этому уникальному эксперименту. До встречи, увидимся.